Черное солнце. Следующее. Конденсер в Казерстане уничтожен, и врата недоступны. Теперь только у нас есть доступ в инфрамир. Перед нами открываются новые стратегические перспективы. Мы запустим новые программы с целью поиска источников энергии и разработки вооружения. Мы уже знаем, как привязывать существ к солдатам, и это только начало. Это гораздо важнее, чем ядерная гонка и освоение космоса. Мы обнаружили новый мир, и теперь мы его покорим. Это начало новой эпохи для нашей страны. Так, ну похоже, они все-таки выжили после инцидента. Диалог с Пентагоном не склеился. Маград меня бесит. Он циничный подонок. Надо было напустить на него Айдена. Страна сказала бы спасибо. Мы в этом участвовали. Мы поступили правильно. Человечеству не нужна Третья мировая. Куда ты теперь? Да нет, нормальной жизни там не получится. Не знаю. Мне нужно время, чтобы подумать, понять, чего я хочу. Ну, а ты куда? В ЦРУ обещают сладкую жизнь. Высший эшелон, гольф, дорогие тачки. Я пока им ничего не ответил, но стоит подумать. Ребят, я не планировал сегодня Dark Souls. Джонни, у нас с тобой все было сложно. Я совершил не одну ошибку. Может, попробуем заново? Начнем с чистого листа. Мы с тобой столько всего пережили вместе, вдруг получится. Я не готова. Мне просто нужно время. Растираем. Понимаю. Но в любом случае, я всегда буду тебе другом. А, вот ты где. Нейтан тебя ищет. Ну, пойдем-ка к нему. Пока, Райан. О, знаешь что? Я тут припас бутылочку хорошего виски. Разобьем? Нет, я что-то... Давай. Не хочу пить в одиночку. Хорошие же виски. В общем, я за тобой зайду. Идем, Джоди. Не просто принять решение. Кто-то всегда решил за меня. Пора самой сделать выбор. Прислушайся к сердцу. Тогда решение будет верным. Что там происходит? Какие-то флуктуации за окном. Они опять что-то построили. Посмотреть можно?
тут можно. Людям явно мало было. Черное солнце. Самый мощный конденсатор в истории. Мы впускаем инфрамир в эту зону, чтобы его изучать. Там кто-нибудь бывал? Живым оттуда не выйти. Там все кошмары человека. Ну все, пойдем. Вот мы и пришли. Позвони мне, как закончится. Ты же выпить предлагал. Что бы он ни сказал, осторожно. Джоди, я так рад, что ты цела. Я свое слово сдержала. Очередь за ЦРУ. Ну, с точки зрения ЦРУ, тебя больше. Паспорт. Что там написано? Ты теперь Элизабет Норт. Новая жизнь, новое имя. Может быть. Papers, please. Да. $500,000. Это за твою работу. Начнешь новую жизнь. Спасибо. Джоди, пока ты здесь, я хочу тебя попросить. Когда моя жена и дочь 15 лет назад погибли в аварии, я не хотел жить. Я плакал. Бился башкой о стены, спрашивал себя, за что, за что? Почему они? Я не мог больше обнять их. Эта рана не заживала. Но я встретил тебя и вдруг понял, что они все еще здесь, со мной. Просто я их не вижу. Мне кажется, это плохая идея. Правительство дало мне все, что нужно для изучения инфрамира. Их интересовало военное применение. А я хотел вновь увидеть семью. У меня ушли годы. Но, наконец, удалось создать вот это. Девочки мои. Так они не могут уйти. Он их удерживает. Лора. Они явно страдают. Родные мои. Прихожу к ним каждый день. Скоро мы будем вместе. По-моему, у тебя не все хорошо с головой. Я готовлю новый конденсатор.
которые позволят нам общаться с духами. Беседы с умершими. Представляешь? А зачем тебе я? Ты поможешь поговорить с ними? Я хочу их услышать. Хочу рассказать, что делаю. Пока конденсер не закончен. Только ты на это способна. Очевидно, да, что он спятил. Семейная драма. Все понятно. Какие-то комментарии здесь излишни. Так, где наш афроамериканец, дружище? Где он попал? Договорились. Здравствуй.
Здравствуй, Джоди. Ты поставила нас в трудное положение, тебя нельзя отпустить. Убить тоже нельзя. Кто знает, кем ты станешь. Выход из этой ситуации лишь один. Мы введем тебе нейротоксин, который погрузит тебя в вечную кому. Тот же, что ввели твоей матери. Простое и элегантное завершение нашего сотрудничества. Прощай, Джоди. Мы всегда будем тебе признательны. Вот так. Сплошная несправедливость. Так, а Айден где? Джоди. Я ведь все понял. Решение было у меня перед носом. Я осуществлю мечту человека. Теперь больше никто не умрет, больше никто не лишится близких. О чем? Защитное поле. Я его просто отключу. Инфрамир заполнит наше измерение. Жизнь и смерть вместе в одном мире. Я победил смерть, Джоди! Все теперь будет хорошо! Ты что, не веришь мне? Все будет хорошо.